Так, обзор вот на такую педаль Amun Pocket Pockverb. Крутой достаточно аппарат. Такая вот поролонка внутри, велкро, ну, ножки резиновые приклеены внизу. Значит, что хотел рассказать про этот аппарат. Это совместимый дилей и ревербератор в одной педали, каждый из которых эмулирует 7 видов пространства. Значит, дилей здесь есть цифровой, аналоговый, ленточный, настоящий эхо, тут реверсированный дилей и low beat, так называемый режим, когда подчеркиваются низкие частоты. Вот, ну, есть ревербераторы здесь также комнатные, тут холл большой, так сказать, church, еще больше plate. Это больше пространства, в зависимости от увеличения пространства идет ревербератор spring, пружинный, тут swell ревербератор и модулирующий. Значит, режимы у педали бывают в режиме реверберации, в режиме дилея и в режиме дилея плюс реверберации. И также есть вот такая интересная кнопочка Divide. Она, значит, у нас отвечает за несколько параметров. Вот, я объясню потом, зачем какой нужен. И сама True Bypass кнопка. Вот, сейчас расскажу отдельно про фишки этой педали, вообще, которых в интернете я, по крайней мере, не нашел. Звук пишем через аудиокарту Easy Julia, преамп M-Audio, Audio Buddy и в Reaper. Давайте быстренько по функциям расскажу. Так, значит, в режиме реверберации у нас имеется клавиша, не клавиша, точнее, крутилка микс, которая отвечает за смешивание исходного сигнала с обработанным. Клавиша тон, она отвечает за тон реверберации. И decay, это за время затухания. Ну, то есть, в зависимости от того, какой выбираем, такой параметр настраиваем. Ничего сверхъестественного нет. Клавиша Divine здесь абсолютно никакой роли не играет. Дальше режим дилея. В режиме дилея, когда включаете, начинает вот эта лампочка моргать. Это что означает? Это означает количество повторов. То есть, вот такие повторы у нас сейчас сумасшедшие. Если мы начнем крутить крутилку, внизу она подписана time. То есть, время повторов от 0, кстати, до 2000 миллисекунд. Здесь в инструкции написано. Меняется время, то у нас, видите, эта кнопочка, вот этот светодиод, он моргает именно от количества повторов. Вот. Время, ну, level, это также уровень повторов относительно исходного сигнала. То есть, грубо говоря, так же, как микс работает. И клавиша feedback, ну, то есть, крутилка feedback, она отвечает за обратную связь дилея. Если у нас переваливает через ноль, это положительная обратная связь, то есть дилей будет нарастать, 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 нарастать до бесконечности. А если ниже, так сказать, нулевого среднего положения, то фидбэк у нас, то есть дилей у нас угасающий. И повторы у нас будут постепенно утихать. Вот. Если мы зажмем клавишу tab, вот написано hold to tab, то есть мы зажимаем ее, все, у нас начинает моргать светодиод красным. Допустим, мне надо, чтобы были повторы вот так вот. Раз, два, три, четыре, допустим. То есть я раз, два, нажал. Все. Теперь у меня, получается, выставился интервал дилея. И чтобы его сохранить, надо опять зажать клавишу. Загорится синий светодиод, и все. У нас дилей, получается, сохранится в памяти с таким темпом, который мы натапали. Если мы выключим, опять включим, у нас опять такой же будет до тех пор, пока мы это не начнем крутилку крутить. То есть все это происходит до того момента, пока мы какую-нибудь из этих, из этой клави, ну, пока мы вот эту крутилку не тронем. Ну, это, конечно, наверное, минус, но кому-то это может быть и плюсом будет. То есть так работает у нас эта система. Дальше какой момент? Режим. Вот выключим его. Режим дилея и реверберации. Включаем его, этот тумблер. У нас получается совместный дилей и реверберация. Если моргает синий светодиод,
то значит у нас вот эти крутилки отвечают за настройку дилея в данный момент. Если мы нажмем еще раз на Divine, то у нас переключается в режим настройки ревербератора. Вот это очень важный момент. То есть в зависимости от того, какой режим чего настройки включен, зато будут крутилки отвечать. И дальше еще один важный момент. Также можно зажать клавишу hold, тут tap, то есть натапать также delay и сохранить. То есть у нас вот эта клавиша отвечает, получается, за delay внутри совместного вот этого режима. Теперь еще какой очень важный момент, которого нигде не нашел. Вот выключаем. Включаем байпас, так сказать, педали. И что здесь еще интересного есть? Когда вы играете, отрезаются хвосты. Ну, если вот включили педаль, поиграли, что-нибудь там брякнули, у вас педаль отключили, у вас отрезается хвост. Вот чтобы такого не было, здесь есть у этой клавиши Divine два режима. Вот если мы нажмем вот так, все, у нас получается хвосты будут отрезаться, если синеньким загорелось, то есть у нас trails, так называемый off происходит. Здесь в инструкции написано, хвосты в нашей педали отрезаются. Вот, то есть когда мы сыграем, у нас хвост отрежется. А если зажмем, красненьким загорелось, то у нас при сыгрывании там чего-нибудь, у нас хвост не будет обрезаться при отключении, то есть при включении байпаса. Ну вот, собственно, все, сейчас запишем примерчики, все будет понятно. Так вот у нас звучит гитара. Давайте первый режим реверберации. Поставим все крутилки в минус. И попробуем, что звучать будет у нас. Так, давайте в первый режим. Режим комнаты, режим реверберации включаем. Еще нет у нас. Добавляем параметров. Фидбэк. Не фидбэк, точнее дикей. Тон реверберации. Так, дальше холл. Церковь. Что там у нас идет дальше? Плейт. Плато, что ли, так сказать. Плейт реверберация. Не особо разницу я вижу. Пружинная. Режим свел. И это у нас модулирующая реверберация. Вот по поводу хвостов. Вот сейчас у меня хвосты отключены, и вот смотрите, что происходит. Допустим, хоп, оборвалось, да? Хвост оборвался. Теперь давайте зажимаем клавишу. Включаем хвост. Что у нас? Реверберация остается звучать. Ну, конечно, лучше с хвостами, чтобы не отрезало. Дальше режим. Давайте, допустим, дилей.
то у нас какой там стоит low beat. Фидбэк. Убавим. Реверсивный дилей. Ну вот, хорошо отрабатывает. Теперь у нас что? Real Echo. Ламповый дилей. Так, это у нас ленточный дилей. Видите, немножко характеристика амплитудно-частотных меняется. И звук, соответственно. Аналоговый дилей. Ну, мы типа получаем что-то Deep Blue дилея, так сказать. Педаль. Ну и цифровой. Теперь попробуем, как работает у нас функция Tap. Вот мы ее зажали. И давайте. Раз, два. Все. Зажимаем. Сохранили. Видите, звучат хвосты. То есть ту функцию я обрезки хвостов оставил включенной. Отключенной, точнее, чтобы хвосты не обрезало. Ну и режим дилей плюс реверберация. Допустим, давайте что-нибудь поставим. Ну вот, собственно, что тут больше показывать. Остальное это надо применять в педалборде. Через одну реверберацию и дилей никто обычно не играет. Это все совмещается с эффектами перегруза и прочего. Но сами функции педали я вам рассказал примерно.